картину окончания работы, нам очень понравилось. Большое спасибо мастеру Кириллу. Кириллу Александру. Мастерская «Наследие». Картина очень, вообще, работа очень понравилась тем, что именно первое самое впечатление, то, что и хотелось в этой картине увидеть, именно настроение. Потому что мы ее не просто картину показали, а именно хотели внести в свою картину настроение автора. И я считаю, что это как бы удалось. Понравилось само отношение к работе, то, что это мы не профессионалы, и нам очень сложно было выразить свои чувства и пожелания. Я считаю, что художнику это удалось как бы понять наше, как бы, то, что мы хотим вообще, результат от этой работы. Именно краски, настроение картины. Поэтому считаю, что это будет как бы лучшее украшение в нашей гостиной. Будем всегда вспоминать теплотой, как бы, то, что мы не зря вообще были все встречи, то, что мы приезжали в Санкт-Петербург, познакомились с Александром и с вашим мастерством. Спасибо.